На острове Русском водитель автомобиля Toyota Majesta неудачно стартанул на перекрестке. Столкновение двух «Тойот» произошло прямо напротив главного входа в кампус ДВФУ. Филдер двигался по Университетскому проспекту в сторону города, «Маджеста» шла в обратном направлении. На перекрестке водитель «Тойоты Маджесты» решил развернуться, расценив зеленый сигнал светофора на дополнительной секции, как располагающий к маневру. Рулевой «Тойоты Филдера» такой прыти от «Маджесты» не ожидал. Ехал прямо, он вылетел, все. А скорость у вас какая была? 40 км/ч. Вы его видели? Видел, я не думал, что он вылетит, он как бы даже не рассчитывал. А? Как вы думаете, он вас видел? Он не смотрел, судя по всему, он думал, что стрелочка, если горит, что ему можно ехать, он не должен смотреть. Правил не знает. Как-то так, наверное. Невнимательный молодой человек за рулем Маджесты озвучить мотивы своих неосторожных маневров на дороге отказался, решил дождаться сотрудников ДПС, не выходя из салона своего авто. Как оказалось, у виновника отсутствует страховка. Возмещать причиненный ущерб придется из своего кармана, а ущерб получился приличный. Удар Маджесты пришелся на переднее колесо Филдера, порвав его в клочья. Сопутствующая деформация деталей кузова тоже не радует. Сама Маджеста, неожиданно побывавшая в руках своего хозяина тараном, лишилась бампера. Автомобили крайне неудачно перекрыли основную часть проезжей части, и только слабо оживленное движение автомобилистов в этой части острова Русский помогло избежать дорожно-транспортного коллапса в утренний час.